В отделение молодой гвардии поступило обращение от директора реабилитационного центра Тихвиновской иконы Божьей Матери с просьбой помочь учреждению в условиях пандемии. Подобные просьбы о помощи поступают ежедневно, поэтому эта работа хорошо налажена. Активисты движения купили все необходимые продукты – молоко, фрукты, мясо, а также средства личной гигиены. Из магазина они выходили с полной тележкой. У нас сегодня непростая миссия. Мы едем передать маски, которые нашил активист молодой гвардии Ленинского городского округа. И мы купили продуктов, и все это мы передадим в социальный центр Тихвинской иконы Божьей Матери. Помимо продуктов, молодогвардейцы обеспечили центр защитными масками, которые самостоятельно смастерила профессиональная швея и активистка движения Валентина Печенкина. Шьем из хлопка, от них аллергии нет. И поэтому их можно носить всем и даже детям. Все это время молодогвардейцы находились в защитных масках и перчатках. Вскоре пакеты со всем необходимым прибыли в пункт назначения – реабилитационный центр для матерей с детьми. Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ.